Станислав Иванович Сухов, город Краснодар. Ему сейчас 92 года. Но он пишет стихи, замечательные стихи. 9 мая, Дню Победы, Станислав Иванович написал «Реквием». «Бессмертный полк». Вот в небе журавлиный клин из наших давних песенных былин с небес святых сейчас спустился в бессмертный полк он превратился. Не гаснет память у людей в сердцах о дедах, отцах, матерях, сыновьях, ушедших на небо в жестоком бою за мирную жизнь твою и мою. Идут наследники погибших до светлой жизни не доживших, и каждый держит флаг-портрет в душе, оставивший навеки след. Посмотрите, лица как похожи, только несколько моложе, чем портреты в их руках тех, кто жизнь отдал в боях. К подножию вечного огня несет портреты вся родня, честь отдает за жизнь и славу нам, передавшим всю державу. Идут наследники погибших до светлой жизни не доживших, и каждый держит флаг-портрет в душе, оставивший навеки след. Вот в небе журавлиный клин из наших давних песенных былин с небес святых сейчас спустился, бессмертный полк он превратился. Нас никакие преграды не сломят, и пусть враги навек запомнят, что испокон веков ведется в боях Россия не сдается.